Всем здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья, канал Садовые Фантазии. Не собиралась вообще снимать видео, но меня 5 дней целых не было на даче. И сад просто зарос за эти дни. Прошли дожди, а потом наступила очень жаркая солнечная погода. И растения так стартанули, что многие из них я просто даже не узнала. Предлагаю вам очень быстро пробежаться по саду, посмотреть, как он изменился. Друзья, и наконец-то я дождалась свой боярышник Тоба. И мне кажется, самый пик цветения я как раз и пропустила. Распустились луки. Вот не помню, чтобы я сажала сюда белые, но вот оказались белые. Ну ладно, ничего. Составят пару боярышнику. Сейчас мы с вами найдем какой-нибудь цветочек, который еще получше сохранился. Смотрите, какой красивый. На каждой веточке. На каждой. Сейчас камера сфокусируется. Вот такая красота. И, конечно, тут пчелы, осы и другие насекомые. Княжик все отцвел. И вот радует теперь боярышник. Очень рада, что я здесь его посадила. Ну, а это белые луки. Луки огромные. В высоту, мне кажется, они больше метра. Наверное, 1,20 м. Очень высокие. Друзья, и начинает цвести герань, чему я тоже очень рада. Вот этот сорт называется Филиппово пиле. Вы знаете, этот сорт можно только за одни листья любить. Они как будто бархатные. Цветочки очень простые. Гехира начинает цвести. Эти самые простые, но мне очень нравится, когда они вот такой, опять-таки, монопосадкой здесь посажены. Такой массив получился. Красиво смотрится. Так, вон там у нас распустилась герань гималайская. Оказалось, что она довольно-таки высоковата для этого места. Ну ладно, пусть пока в этом году растет. Потом, может быть, я и найду другое местечко. Так, склонилась купена в дымке. Розы просто, ну так выросли. Они очень долгое время, мне кажется, вообще с места не сдвигались просто. А потом так стартанули. Так, а здесь калина цветет. Тоже так здорово. Аквилегии. У меня в саду растут два сорта. Один вообще какой-то простой. Второй, более интересный. Ой, ну вообще, злаки, луки. Пойдемте с вами за дом заглянем. Вот еще одна красота. Очень крупный лук распустился. И смотрите, как головка крупная. Очень хорошая прелесть. Так, ну и смотрите, как все взросло. Нам сегодня косить. Ого, очень долго, целый день. Это кошмар. Просто ужас. Собирается здесь цвести манжетка. Какая красавица. Ива пурпурная нана. Смотрите, тоже какая красавица стала. Такой шарик симпатичный нарос. Остригла я ее, кстати, весной очень сильно. Вот у нее уже сейчас приросты сантиметров 15, наверное. Здесь тоже, смотрите, вау, как все взросло. Зато распустились аквилегии. Вон тоже красота. Такой получился тоже массив в серединке. Стартанули. Стартанули и вымахали просто хосты. Трава просто бушует. Сирень, красавица Москвы.
Тоже она уже начала подсыхать. Ну ладно, что ж тут, ничего не поделаешь. Вот жара так сыграла свою роль на растениях. И они вот так вот просто поперли все. С ума сойти. Если честно, даже не знаю, за что хвататься. Муж будет косить, ну а мне просто надо полоть. Мне надо обрезать. Ой, это вообще, это что-то с чем-то. Еще надо посадить кучу растений, которые я купила и которые мне подарили. Так что о них вас ждет отдельный обзор. Друзья, это отцветает сирень красавицы Москвы, мною весной пересаженная. И еще хочу вам рассказать о маленьком анонсе. Потому что у нас на канале, у меня и у Виты, это канал «Сад девятой реальности», скоро выйдет совместное видео, очень интересное, о том, как я зимой делала композицию для сада Виты и о том, какая композиция получилась у нее в саду. Так что не пропустите. Сейчас уже начнем скоро снимать. Загляните на канал Виты и ждите новый выпуск. Ну что ж, друзья, это в кадре синюха, а я на этом заканчиваю. Всем пока и всем хорошего дня!